Обращаюсь ко всем мигрантам. В мире их уже 270 миллионов. Я хочу напомнить вам, что вы сильные люди, что вы переживаете и переживали те события, которые большинство людей, скорее всего, не переживали и не переживут. И со всеми этими событиями и сложностями вы до сих пор на плаву, вы до сих пор делаете то, что делаете. Да, иногда сложно найти силы для каких-либо действий. Иногда ты чувствуешь себя одиноко и не можешь найти поддержку. Я не хочу, чтобы вы обесценивали все то, весь тот путь, который вы прошли, и к чему вы сейчас пришли, и каким вы человеком стали. Да, у кого-то из вас сейчас нет тех результатов, к которым вы шли, цели, которые вы себе ставили, или вообще действительно вы просто жили и боролись с этими новыми обстоятельствами. Все, что с тобой происходит, это твой путь. Да, он своеобразный, да, он необычный. Рано или поздно все твои знания, весь твой опыт обернется тебе во благо. Не переживай, что сейчас у тебя чего-то нет. Самое главное, каким ты человеком становишься, как ты себя внутренне ощущаешь, и не забывай, что ты крутой. Если тебе нужна какая-то поддержка или помощь, если тебе нужно поговорить, пообщаться, ты можешь мне написать.